Умиротворение. Оно для каждого индивидуально. Найдите свое умиротворение. Умиротворение. В качестве примера здесь мне захотелось привести слова дочери. Что такое умиротворение для нее? Умиротворение. У него сливочный вкус с нотками пряного какао и тающего маршмеллоу. Когда на душе спокойно, тебе никуда не надо, и никому к тебе сейчас не надо. Нет суеты, спешки, обилия дел и тревоги. Нет времени, есть мгновение. Смотреть на отсветы от лампы, фонарей, слушать приятную негромкую музыку, растворяться в пространстве. Теплая атмосфера и мягкий свитер согревают. За окном зима, темно. Скоро праздник. Счастье и улыбки, встречи с родными, смех, подарки, фейерверки, поздравления. Нотки предвкушения, приятные мысли наполняют разум радостью предстоящего торжества. Думаю о встрече всей семьи в гостях у близкой родственницы, о встрече с любимым, о благодарности. Впереди светло, интересно, интригующе, привлекательно. Позади оставленное в покое прошлое. И все хорошо. Ты на своем месте. Твои родные живы и здоровы, рядом с тобой и вплетены в кружево твоей жизни. Каждому присуще активное развитие и стремление к совершенству. Огонечки горят, сейчас они сладко спят. И внутри мирно от осознания всего этого. Улыбаться можно просто так, когда понимаешь, что во всем есть свой порядок и гармония. Все является частью Вселенной. И все действительно хорошо. И независимо ни от чего, жизнь – это бесценный дар и чудо, которое трудно осознать, но которое присутствует незаметно вокруг, везде и всюду.